Спасибо, Андреас, что вы согласились стать персоной грата, тем более, что география нашей программы очень обширна, это и Восточная, и Западная Европа, и не только Россия. И нам очень приятно разговаривать с человеком, который так глубоко внедрен в театральную культуру современной Германии. Прочитав небольшую справку о вас, мы понимаем, что вы знаете очень хорошо, достаточно хорошо немецких знаменитых режиссеров, например, Франка Касторфа. Но для начала маленькая справка. Андреас Мерц-Райков изучал драматургию в университете Людвига Максимилиана и затем театральную режиссуру в Австрии, в Зальцбурге, после чего работал сначала в Мюнхене и затем в Германии, в Берлине, в театре Фольксбюне у Франка Касторфа. Можно ли считать, что Франк Касторф – это ваш учитель? И какая постановка стала для вас, ну, наверное, самой значительной и произвела большое впечатление? Я не могу сказать, что Франк Касторф стал моим учителем, но я очень многому научился в его театре Фольксбюне. Представьте, я родился в небольшом городке под Мюнхеном. Можно сказать, я деревенский мальчик. Я не так часто ездил в город, но однажды у меня появилось желание стать актером. И когда я поступил в большую государственную театральную школу в Мюнхене, это для меня стало большим потрясением. Я спрашивал себя, неужели я смогу проникнуть в этот новый мир? Во время своего обучения я один раз ездил в Берлин, в театр Фольксбюне. Это было в 2004 году. Мне Берлин показался таким огромным, а я был таким маленьким мальчиком. Едва я приблизился к зданию театра Фольксбюне, одним своим видом оно произвело впечатление огромного танка или даже боевого корабля. О, боже мой, боже мой. Я зашел в фойе, которое решено в темной цветовой гамме. В нем соблюдалась игра света и тени, но это воздействовало немного подавляюще. Такое решение пространства предложил дизайнер Низа. В этих темных тонах угадывалось таинственное, первородное, можно сказать, сексуальное начало. Вообще, это было очень модным и стильным местом в городе. И я подумал, а подхожу ли я сюда? И вот я увидел первый спектакль Касторфа. И я ничего не понял. Это была его постановка по роману Достоевского «Идиот». Собственно, Касторф и прославился своими постановками по произведениям Достоевского. Sie haben gehört, wie ich zum Fürsten sagte, was Sie sagen, das werde ich tun. Hätte er ja gesagt, dann hätte ich sofort mein Wort gegeben, aber er hat nein gesagt. Und ich habe abgelehnt. Was hat der Fürst damit zu tun? Wer ist dieser Fürst? Das ist der erste Mensch in meinem Leben, an dessen wahre Ergebenheit ich glaube. Und er hat beim ersten Blick an mich geglaubt. Hier sind die 100.000. Ganja, kommst du mal bitte her? Was ist denn? Ganja, das sind die 100.000. Siehst du, was man Mit deiner Braut macht, Ganja? Willst du mich wirklich heiraten, Ganja? Liebst du mich? Mich, Rogozhins Metze? Sollte Rogozhin eigentlich recht haben, wenn er behauptet, du würdest für 3 Rubeln auf allen Vieren bis zum Wassilewski-Ostrov kriechen? Hast du Hunger, Ganitschka? Willst du essen? Aua! Jetzt! Этот спектакль шел 3 часа. После просмотра я был настолько впечатлен и подавлен, как будто после батального сражения или танковой атаки. Я никогда такого не видел и не испытывал таких чувств. Но это была только половина спектакля. Наступил антракт, и предстояло еще пережить второй акт, который тоже длится 3 часа. Мне казалось, что силы мои на исходе, но я пошел смотреть дальше. И вот наступил финал, поклоны, и я увидел лица актеров. Вдруг я поймал себя на мысли, мне бы очень хотелось когда-нибудь поработать вот с этой актрисой. Все, что происходило со мной в этом театре, оказалось очень важным. Но вначале я чувствовал себя как будто недостойный этого сообщества. Я задавал себе вопрос, смогу ли я когда-нибудь быть среди них? И вот, несколько лет спустя, по какой-то счастливой случайности, я оказался среди этих людей. Я стал ассистентом режиссера Франка Касторфа. Я сразу понял, насколько он сложный человек. За 3 года совместной работы я увидел очень многое. И это очень изменило мое восприятие театра. Франк Касторф никогда ничего не объяснял. Он был таким молчаливым стоиком. По характеру он мог быть резким, даже агрессивным. Но, возможно, это было и хорошо, потому что он работал очень конкретно. И уже на первой постановке передо мной открылись новые горизонты. В Мюнхене, в театре, где я прежде работал, все было, скажем так, святым. Там актеры переживали на сцене сильнейшие эмоции. И ничто в мире не должно было его сбивать. Если кто-то начинал кашлять в зрительном зале, это было катастрофой, ведь актер — это святой, а мы — ничто. И вот я оказываюсь в Фольксбюне и понимаю, какая в этом театре царит демократия. Я понимаю, что здесь и другим людям, кроме актеров, позволено существовать полноправно. И вся придуманная святость и волшебство сразу исчезли. Первая репетиция, которую я увидел, была такой. Касторф работал с актером и вдруг сказал ему: «А теперь заплачь». И актер заплакал. Это было так просто и так естественно. Я понял, что здесь у актеров совсем другой тип существования. И еще я понял, что именно такой театр мне нравится больше всего на свете. Самое главное в этом театре то, что зрителю не только позволяют наблюдать за происходящим на сцене, но и учитывают его реакцию. Она в равной степени важна для создания единого энергетического поля спектакля. Для меня и сегодня важно, чтобы все, и актеры, и зрители, были одинаково вовлечены в происходящее на сцене. Никакой вымышленной четвертой стены не существует. И вот этому я научился в театре Фольксбюне. Первый спектакль, над которым мы работали совместно, длился 5 часов. Для меня это была первая большая объемная работа. И вот наступает премьера, которой предшествовал очень неудачный прогон. И актер, исполнявший главную роль, словно переломил ход первой сцены. И дальше все зажило полнокровной жизнью. На моих глазах происходило чудо рождения спектакля. Я думал, неужели Касторф это знал заранее? Он это как-то рассчитал, или это случайность? Не может быть. Актеры живут, видят, слышат друг друга. Ничего не случается автоматически. Я понял, что спектакль — это большое приключение и честная борьба. Это жизнь, которая происходит здесь и сейчас. Вот так было в театре Фольксбюне. Любишь ее? Конечно. А хочешь правду? Белый сервис. Вся правда о вашем автомобиле. Мы за правду денег не берем. Диагностика систем автомобиля абсолютно бесплатна. Омская 213Б. Белый сервис. Омск. Андреас, вы являетесь самым молодым номинантом российской национальной премии «Золотая маска». Выставлен спектакль, который я очень хорошо знаю, мне очень нравится именно эскизная постановка этого спектакля, потому что, посмотрев его, сразу у меня возникла масса вопросов, как вы с традицией брехтовского театра ворвались в русский психологизм и приверженность школы Станиславского. Сначала я поставил пьесу «Согласный/Несогласный» как эскиз для лаборатории режиссуры, которая проводилась в Перми. И это стало очень хорошим опытом, потому что и у меня, и у актеров было всего 5 дней на постановку. Не было времени на ненужные дискуссии. Мы сразу перешли к делу. У нас не было возможности разбирать поведенческие мотивации, психологические подробности и другие важные вещи, без которых не обходится большой постановочный процесс. Видимо, это нам и дало импульс к дальнейшей очень слаженной работе, чтобы получить спектакль, который пригласили на самый престижный фестиваль. Вообще, эта пьеса была написана Брехтом для того, чтобы ее разыгрывали в школе, чтобы ученики, исполняя роль мальчика, его мамы, его учителя, могли найти ответы на многие насущные вопросы. Что касается способов игры, я помню, как мы начали работать с актером Михаилом Чудновым, а он играет роль учителя. Я заставлял говорить его громче. Я говорил: громче, еще, еще, я не могу, можешь, еще громче. И он в конце концов сделал то, что мне нужно. Потом я начал работать над первыми мизансценами. «Встань сюда, теперь сюда». Свел первые полчаса эскиза и понял, что это очень скучно. И я сказал: забудьте все, что мы делали. Давайте просто поиграем. Поиграем друг для друга, пытаясь услышать партнера. И вот из такой живой игры и стал рождаться спектакль. Back on! есть школа, в деревне есть один ученик, чей отец умер. Но есть мать, чтобы заботиться о нем. И вот я сейчас пойду и попрощаюсь с ним. Потому что у нас в деревне разразилась эпидемия. За горами по ту сторону гор живут важные врачи. Пойду сейчас и попрощаюсь с ними. Когда дети играют в принца и принцессу, они очень быстро включаются в этот процесс, но при этом ни на секунду не забывают, что в жизни они не являются ни принцем, ни принцессой. И вот так же начинается пьеса и наш спектакль. Я учитель. У меня есть школа в деревне. У этого героя нет никакой биографии, нет жизни до и после. Он говорит «я», и с этого момента его герой начинает существовать. Это чудо театра. Но это даже не Брехт, это Шекспир. Нет, еще дальше, это античная традиция. С момента, как актер заявил, кто он, что он сейчас будет делать, происходит рождение игры. В древнегреческих трагедиях все начинается именно так. Также и в пьесе «Согласны/Несогласны». Игра начинается с заявленной ситуации. Вообще вся пьеса — это такой процесс решения определенной проблемы. Насколько нам необходимо общество, в котором каждый его член и все мы согласны с тем, что мы делаем. И как это влияет на благо общества в целом. Между нами нет вранья, нет коррупции. Ведь все вместе мы работаем на достижение одной цели. И мы с этим согласны. По сути, это утопия. Люди хотят быть хорошими. У них есть цель улучшить жизнь общества. Мне очень интересны первые слова пьесы. Важнее всего каждому научиться соглашаться. А ведь многие говорят «да», и тем не менее не соглашаются. Многие не спрашивают вовсе. Многие соглашаются с тем, что неверно. Но стараясь соответствовать заявленному идеалу, мы стараемся принять правильные решения. В спектакле объединены две пьесы. В первой пьесе мы попадаем в такую ситуацию. В деревне разразилась эпидемия. На спасение людей отправляется экспедиция, в которой есть мальчик. Он заболевает в пути. Возникает вопрос, спасать жизнь одного мальчика или целой деревни? Какое решение будет правильным? Пожертвовать жизнью мальчика ради спасения сотен других жизней? Есть такой закон. Заболевшего в путешествии сбрасывать в ущелье, умирает сразу. Также закон предписывает спрашивать у него, согласен ли он. После него возвращались. В отеле согласен быть сброшенным в ущелье. Очень хотел бы оказаться на твоем месте. Нет, я не согласен. Что? Слушай меня внимательно! Есть такой закон. Заболевшего в путешествии сбрасывающего в учение. Есть тогда же закон предписывать спрашивать у заболевшего. Согласен ли он, что вы сбросили его в учение? Нет, я не согласен. Что? Я не согласен! Я не согласен. Я не согласен. Я обсуждал эту пьесу со студентами в Саратове. Почти все они ответили, конечно, нужно спасать мальчика. Это была первая эмоциональная реакция студентов. А если вы не просто студент, а руководитель или глава государства, как фрау Меркель, я думаю, тогда бы был выбор спасти деревню. Но это только первая пьеса. А затем идет вторая, в которой Брехт, такой хитрец, меняет базовую ситуацию. Эпидемии нет, а экспедиция отправляется в горы с научной целью. Но по законам этой экспедиции, если член команды заболевает, его нужно сбросить в ущелье. И такой закон экспедиции появился, исходя из опыта прежних времен. И уже нет необходимости выбора между жизнью одного и жизнью многих. Но есть лишь принятый обществом закон. В этой ситуации мальчик говорит, я не согласен быть жертвой. Возникает вопрос, нужно ли следовать закону просто потому, что это закон. Если такой серьезный социальный момент уже давно, не одно десятилетие, разрабатывается немецким театром, я удивлена, почему, может быть, вслед за Англией, может быть, само по себе возникает периодически в Германии, в правительстве такая замечательная инициатива, мысль сократить бюджетирование. Тоже подвигает Западную Европу сделать харакири такому важному институту, как театр. К сожалению, если нужно сократить расходы на развитие какой-либо сферы, в первую очередь сокращает расходы на развитие искусства. В России такая же ситуация. И нам нужно громко доказывать, что театр необходим и должен существовать. Да, нужно признать, что театр всегда требовал и требует больших вложений. Я думаю, театр не должен бояться, он должен быть достаточно смелым, чтобы каждой своей постановкой подтверждать необходимость своего существования. Театр ни в коем случае не должен превращаться в музей. Тогда он мертв. Зачем он нужен такой? Театр — это живое искусство. В этом его уникальность. Он дает живое общение, он учится переживанию. Таким он зарождался в Греции. Он стал мощным толчком к развитию общества в целом. Наша задача — заставлять людей думать, делать выводы, работать над собой и давать возможность обществу становиться лучше. Но как только мы согласимся, что театр должен зарабатывать сам на свое существование, он будет обречен ставить одну комедию за другой, чтобы привлекать массы, чтобы зарабатывать на зрителя. Выбирая такой путь, театр утрачивает изначальный смысл и перестает исполнять свою миссию, ведь он превращается в обыкновенный развлекательный центр. Поэтому государство должно осознавать огромную роль театра как социального института, сохраняя все дотации на развитие этого вида искусства. У нас получился очень серьезный разговор на современную тему, которая важна не только в Германии, но и в России. Почему мы сегодня говорим на таком уровне понятном, но достаточно остром с нашим зрителем. Поэтому давайте вот на этой теме и на этой ноте завершим. Большое вам спасибо за то, что вы так глубоко внедряетесь в российскую театральную действительность, не ограничивая себя Москвой и Петербургом. И спасибо за то, что вы стали персоной грата и нашей программы. Спасибо вам.